друзья, можете поздравить меня с приобретением цветного принтера Epson. Epson L3151. Я вот только что его распаковала. Убрала с него такие защитные, здесь липучки были синенькие. Вот, теперь заправляю. Заправки нет ничего сложного. Вы берете краску, аккуратненько с нее снимаете крышку, краску просто переворачиваете и оставляете вот так. Видите, она как под вакуумом, как вот у вас кровь берут, например, вакуумную пробирку, да, берете, и она сама начинает заполняться. Заполняется вот пока не достигнет определенного уровня. Вот, обратите внимание, как у нас заполняются цвета, вначале черный, потом желтый, красный и синий. После того, как вы заправили, надо крышечку хорошенько закрыть. Потом открываете следующий цвет, который хотите заправить. Оригинальные эпсоновские чернила вот так выглядят, да? Открываются, откручивается крышечка. Угу. Это вот синий у нас, так, нам надо желтую. Так, вот смотрите, у нас желтые чернила, да? Крышка. Снимаем крышку. Держим их вертикально, чтобы ничего не текло. Вот так вот выглядит у нас. Да, ну? Угу. А теперь просто спокойно нужно перевернуть и аккуратненько вставить. Все, видите, сверху стали они выливаются, буль-буль-буль. А вот здесь у нас начинается заполнение. Уровень растет, как вы видите. Вот и вся премудрость заправки цветного принтера Epson. Это не принтер, даже многофункциональное устройство. Здесь у нас сканер входит. Угу.